Всем привет! Наступил второй из трех дней нашего путешествия. Вчера погода испытывала нас на прочность холодом, ветром, со снегом. Но наступил новый день, и погода изменилась в лучшую сторону. Если не сложно оценить видео, вам не сложно, а приятно и полезно для развития канала. И повод продолжать делать новые видео в дальнейшем. А также подпишитесь, чтобы не пропустить следующие видео. Приятного просмотра. Вот результат вчерашнего поиска набитой, перебитой точки. Из интересного, естественно, пятак, Екатерина на соболях, сибирка, двушечка. Все в прекрасном сохране. Просто изумительном, песочном. Красота. Вот эти вот копеечка с серебром тоже борза. Но гнутая, к сожалению. Вот такой результат. Для битого места считаю вообще нормально. Так, сейчас собираемся и на новую точку. Пойдем. Чайку сейчас попьем. Вот. Гриб чага. Очень полезный гриб. Не знаю, правда, для чего полезный, но говорят, очень полезный. Здоровенный такой. Его фиг оттуда заберешь. А вот и медведь. Ну как медведь? Такой медвежонок. Вот передняя лапа, вот задняя. Такая небольшая. Пистунишка. Пистунишка. Следов здесь очень много. Новый день у нас с Серегой. Как-то мы поспали так крепко вчера с 11 часов вечера до 9 утра. Просыпался я два раза, в 2 часа ночи и в 5 часу подбрасывал дрова в печку. Ну, для того, чтобы товарищ не замерз, как бы вот. Вот так и дрыхли. Утром солнышко вышло, видать, с утра. Нагрело палатку, и мы дальше дрыхли, короче. На улице был снег, но нам было абсолютно пофигу. Мы были в тепле и уюте, так сказать, каждый на своих раскладушках. У меня был верхний ярус, а у Сереги внизу там, на низком, ну, не, как на первом ярусе. В цоколе, короче, он спит, рядом с печуркой. Сегодня план, задача такой, идти через лес, черт знает куда, туда, где когда-то мы один раз пролетали эту точку. Нужно посмотреть, проверить, ничего ли мы там не оставили в прошлый раз. Все, погнали. Вот такой план. Ну, в общем, так скажу. Дорога у нас кончилась. Дорога кончилась, полянка кончилась. И теперь останется нам пересечь такие дебри. О, ложину. Надеюсь, это будет все. Да, дороги нет вообще. Ну вот как-то так, такими трудностями все это дело у нас сопровождается каждый день для того, чтобы найти какие-нибудь пару кокаликов. Серега, вы такую гипотезу высказал, что, говорит, мы в такую это залезли, ну как сказать, местность, где, говорит, никто никогда в жизни никогда не ходил. А вот здесь растение с мезозойской эры. Серега, это же мезозой? Или пермский период? Ага. О, какие лопушандеры. Прикольные. Берешь. Вот тут вот делаешь пробу. Тазик такой набираешь. Ага. Глубже. И вон там он, видишь? Где черного, там ямка, да? Упирается и поворачивается. Ямка там, да? Да, получается вся тяжелая, которая идет по реке, она туда упирается и там и сюда. В общем, Серега говорит, золото вот там и тут. И здесь. Но это не точно. Да, не точно. Копать. Это что такое? Ну это кто-то делает. Смотри, кто-то царапал. Все медведи любят так вот. Чем выше, тем лучше у них.
прямо оставить, но тут как будто рогом. О, какой бедный клещ. Че, все, нажрался? Он, по-моему, сразу умер. Здесь томит. Мощь. Пацаны, долго ли, коротко мы плутали по этому лесу, по лагам, по вырубам. Конечно, можно с другой стороны полегче подойти, но мы не ищем легких путей, и нам надо было отсюда зайти. И тем не менее, вот мы выходим, и вот она, деревня впереди. Вот. Сережа, первая монета среди кабаны нам в помощь, они нам помогают, тут разрывают, шурпят. Кабаны ли это? Кабаны это. Смотри, как ровно. Ровненько кабаны. Не, кабаны это вон, все. О, она мертвая. Две копейки. Это кто? Масон? Масон. Офигеть. Короче, она мертвая, тут показывать нехрен. Ну, масон. Но это пропущенная. А я-то нашел какую, сейчас покажу. О, какую. Я не стал снимать, я когда выпала, она, я прямо думаю, о, вот она. А оно нет. Оно не то. Вот Серега принес оклад от иконы. Но он мертвый, что? Ничего здесь нету. Только цвет мед. Бесполезно что-либо делать. Так, и что там? Да, ё-моё. Кольцо. Выкопал лист, и на листе металла прикипела копейка советская. Ну, как прикипела, прилипла. Прилипла. Ну, это случайная находка, мне кажется, потому что это нереально здесь копейку выцепить на этом куске железа, Серега. Ну, а я смог. Я думаю, что это профессионализм. Да. Это странное. Вроде как Николаха. Слушай, это не переливок случайно? По-моему, да. В общем, копейку дали, и то фальшиво. Да. Да уж. Ой. Серега мяту перетаранил. Сейчас мы будем чай заварить. И что, прямо так помыкать и все? Я не знаю. Ты хочешь так помыкать? А что его надо с ним делать? О, ничего, ты обжегся. Ага, обжегся. Ух, нифига, куда я? Ты на меня ругался еще, что я на тебя смеюсь. Где? Ага. Ну-ка. А, так ты обгрелку эту, что ли? Да. О, так это мята же вообще ведь. Это же мята. 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 От слова мять ее, да? Мять и запах получать. Мята болотная называется. Ароматненько. У меня, правда, чай такой, знаешь, как это... Чефирок такой, будь здоров. Показывай. Копачи. Ну-ка, что там, Сереги? Пуговицы орлёны. О, орлянка. Я потом почищу, конечно, покажу, сейчас неохота, сейчас я занят таким сигналом мощным прям. Но у меня всю жесть дает прямо в цветину здесь. И я очень, конечно, сомневаюсь, может 97-98, прямо вот, пожалуйста. Да, вот прям очень похоже. На жесть. Ну, фиг его знает, может и жесть. Да, прям. Да. А вот она, монета. Я говорю, жесть, вообще жесть. Это что, пятак? Ну-ка дай. Ах ты. Я тебя поздравляю, это приятно. О!
Первая монета. О, первая монета на этой деревне. Так, у Сережи. Она бодренькая, ее почурганить до конца. Так, что там? Вот она, орлен, орляная пуговица. Ну, да. Сейчас он пятачок почистим. Слушай, это, его невозможно не пропустить, Серега. Я тебе так скажу, я тут вроде бы. Ну, по-братски. В общем, это пятак Александра. Его надо мыть, здесь воды нет. Потом покажу. Подожди, там сигналов, он у меня там пузырек увидел. Ай, кошмар. Ай, Сережа. Лопату отобрал у меня. Че думаешь, стекло там? Да это стекло-то такое, беспонтово. Пузырь-то оттуда же выпал. Ты сейчас прямо шквырнул. Ладно. Короче, пятак-то был. Я его извлек, а здесь еще сигнал есть. 91, правда, долбит. Ну вот смотри, Серега. Да прям в этой капухе. Ну подожди. Убери катуху, ты мне орет. Блин, так орешь что? Орет? Нет, уже все. Я потерял. Где-то вот сбоку дрынь сидел. Вот, давай, давай, ты смотришь, давай. Она, да, это монета. Ах ты ж. Прикинь, да? Не, две монеты было. Пакостник. Две монеты было. И да, это... Ты... Что-то на билон похоже. Слышь ты. Ну-ка на, посмотри. Тонкая больно. Ах ты ж. Что, билон что? Перешница ты старая. Что, билон что? Нет. Да явно да. Да? Ах ты ж! Ах ты, Андрюша, Андрюша! Морда! Андрюша, нам ли быть в печали? Че, билон, реально? Да, билон 15 копеек. Я даже не вижу год, но я знаю какой. Год, но я знаю какой. В общем, так получилось, что с этой ямки пятак вот этот сейчас выпал. И билон. Ну это билон царский, но его надо прямо отмывать. Он будет белый, красивый, точно говорю. И вот они, прям с одной ямки две монеты. Я целый день ходил по этой деревне, нифига. В общем, надо здесь детально, Сережа, обследовать. Надо запилоить и выпилить вот эти заросли нафиг. Вот у нас снег. Снег. И Сережу оставить на минутку. И натирает он там. Я же здесь ходил. Ходил, вот, значит, лучше надо ходить. Этот крестик такой старый, толстый такой. Здесь что-то пробитие, правда, было. Не пробил. Ты что, видишь же, не пробито. Не пробито. Остановил вражескую пулю. Ага. Стрелу, скорее всего. Я опять не включил. 30-го года пятачок. Как так включаю записи, забываю. В общем, четкий сигнал. Вот здесь я достал пятак и пятнарик. Пятак Александра, медная, медная российская монета и 15 копеек серебряный. Вот Серега ходит там в кустах. Здесь бито, перебито, жести куча. Но тем не менее, вот он, пятачок достался мне. Ну и фокус где? Во. Все нормально. Вот здесь логово какого-то зверя. Еще не знаю, как боюсь подходить-то. Барсук, наверное. Там нора. И все. Соломой, сеном. Постелена тропа. Вот здесь вот идем. И вот около тропы сигнал. И вот она. Копеечка. Копеечка. Просто копейка Николая. Что там есть там фокус? Ничего интересного. Но, тем не менее, этот бурундук, наверное, сюда вытащил. Вот так вот. В общем,
мы набитой очень крепкой деревне. Каждый сигнал трудовой просто вообще. И вот наконец-то у меня какой-то сигнал. Вон там след остался от монеты. Вот это. Сейчас поглядим, что это такое. Свет, что ли, 2 копейки. Ну-ка, сейчас почищу. В общем, это Белон. Я молодец. Это Белон, он почистится. Будет красивый, блестящий, белый Белон. Вот такие дела. 2 Белона сегодня на этой деревне поднял. 3 монеты, 2 Белона. А нет, 4 монеты, 2 Белона. Хорошо. Ну хоть что-то, блин. Ох, и бита она, капец вообще. Серега, он там ходит. Вот только что здесь Белон десятку эту поднял. Серебрушку эту, советскую. И вот здесь прямо верховой сигнал. А, прямо в дерне лежит. Пуговица орленая. Да, целая пуга. Ну-ка. Сейчас я ее. Вот она. Красотка какая. Пуговица мундирная. Российской империи. Ну, не здорово. Отличная просто. Да, вот Сережа, вот стыдится, что мне на помощь не пришел. Ну не страшно. Вот здесь 10 копеек Белон, здесь пуговица, пока не закопал. И прямо тут же копеечка советская. Советская, блестящая, она, наверное, из золота сделана. Я точно говорю. Золотая. Копейка золотая. Копеечка. Ну что ж. Оп! И Сережа здесь. Красавчик. Что, красивый топор прям вообще. Но мне его тащить лень. Четкий? Жестянка? Жесть. Моя жестянка! Да ну ее в болото. Ну чё ты? Кость. Кость? Ты нашел кость мамонта? А, нет, это кольцо. Кольцо? Да. Какое кольцо? Обручальное кольце. Обручальное кольце. А что такое-то кольце-то? Это... Да, это обручальное кольце. Только замкнуто немного. Серега, поздравляю. Ой, красотень, вот прям по дорожка такая идет, да, получается? Офигеть, красиво. Блин, мы что-то промохали это место, надо было проверить здесь. Но я сейчас не хочу этого делать. Казалось бы, вот идешь по полю. Потому что лес вот здесь. А по факту идешь по лесу. Ну, молодому. Серега, о жрачке начал говорить. Нет. Жрать захотел, наверное. Нет. А все началось с того, что о грибах разговор, потому что здесь леса такие. Я что-то грибочков захотел. Грибочков захотел, я тоже. Я бы сейчас картошечку жареную поел бы. Да. Это палатка. Я тебе скажу так, что? У нас все есть для того, чтобы пожарить картошку, кроме картошки. Вот чьи это следы? Так это волчара, наверняка. Вот прямо вот тут только волчара. Здесь с собакам-то вот, нехрен делать. Вот это волчара. Да?
сюда. Ну а что тут, да? Больше-то некому. Откуда тут собаки такие здоровые? Нет таких собак. Да нехай тут делать. Здесь ничего нету и никого нету. Слушай, я думал, мы сейчас с горы пойдем, она все в гору идет. Я тебе говорил. Да. Серег, в палатку лезь. Там тепло, хорошо.